Всем привет, дорогие подписчики, с вами Безумный Рязан, и я продолжаю играть в Безумного Максима. Ну что ж, в сегодняшнем выпуске я вынесу вот эту вот базу, дабы у меня открылось сюжетное задание, и мы смогли дальше играть по сюжету. Также оффскрином я завалил двух боссов в этих локациях, ну и так чуть-чуть подучился игре. Прокачал гарпун, прокачал Макса, вы видите, что он меня теперь немножко забородел. Также он теперь в своей любимой кожаной куртке, которая мне очень нравится. Если бы мне такую же хочу, где же такую намутить, да? Если вы из Питера знаете, где намутить, пишите в комментариях. Так, снайпер. Как же его вынести-то, а? Ага, мне кажется, есть один способ. Так. Ну что, прощай, снайпер. Ой, еще один. И этого зацепим. Бум, как полетел. Так, вот здесь вот уже посложнее, я смотрю. Во-во-во-во-во-во-во, по нам стреляют. Может, как-то можно вот эту вот фигню зацепить, да. Сейчас мы прорвемся, не переживайте. Отлично. Блин, этот мост, конечно, проблемный. Но сейчас мы попробуем проехать. Так, кстати, эти штуки тоже можно зацеплять, которые стреляют такими вот огненными даже снарядами. Так, чуть машина не упала. Давай. Ах, ладно, черт с ним. Пускай пока чинит. Так, прочные ворота. В принципе, их можно взорвать взрывом или же попытаться тачкой Макса протаранить. Но, походу, я нахрен застрял, да. Твою же мать. Серьезно? Вот это я паркуюсь как бог просто-напросто. Так, что тут у нас? Требуется гарпун 3 уровня. Ну, это нам не поможет. Блин, жалко, что нельзя никак... А, во-во-во. Ну, короче, сейчас мы... Лучше уж вниз тогда спуститься. А, не, можно и так сделать. Сейчас. Секундочку. Отлично. Давайте теперь пробьем ворота. С разгона. Ну что, ты готов, жестянчик? Ох, ну что, здорово, уроды. Так, где? Кто? Никого нет? Странно. Обычно сразу толпа налетает, начинает меня месить. Так, у нас тут есть определенные цели. Кто-то едет. Но мы сейчас осмотримся. Кстати, канистра нужна мне? Вроде бы у меня нет канистры. Да, нету. Положим одну в багажник. И пойдем сюда. Горлан! Честно, не знаю, как выносить горлана, когда постоянно намешают. Только если убить его с... этого... с... дробовика. Блять, ты охуел. Сейчас мы тебя ебнем. Закрой свой рот. Ну а теперь спокойненько разберемся с пацанами. Если честно, даже вы можете не переживать насчет горлана, все равно противники выносятся довольно-таки легко. Вот. На, сука! Как же ему больно. Так, задача наша здесь взорвать цистерны, я так понимаю. Так. Забираем все ценное. И можно по ним стрельнуть, а можно, в принципе, взорвать их при помощи канистры с бензином. Делается это все... довольно-таки легко. Так. Вот здесь вот мы возьмем канистру. И как бахнем. Знаете, что я люблю бахать, да. Самое любимое занятие. Тут тоже, кстати, канистры лежали. Ну что?
Отбегаем. Крутые парни не смотрят на взрыв. Понятное дело. Немножко водички выпьем. Так, здесь нам надо отключить подачу топлива. Мужик тут сгорел. Покушаем червей. Уж лучше, чем еда в Макдональдсе. Так, как всегда я собираю лом. Я пытаюсь сейчас собрать себе 500 лома, дабы сделать гарпун 3-го уровня. Ребята, качайте гарпун, он реально решает. Пробиваем дверь. Вода. Конечно же, все заберем до последней капли. Возьмем ума. Так, несколько путей, да? Пойдем сюда. Еще один горлан хренов. Не буду париться с ним. Сейчас Макс покажет, насколько он безумен. Ох, нихера себе, вот этого я не заметил, как он разогнался. Во-во-во-во-во, пацаны! Не все так просто, они постоянно нападают. Тут два типа, атаки которых я не могу парировать. Приходится уклоняться. Давай-давай-давай-давай, мудоха их! Максим. Блядь, да ты охерел, серьезно. Возьмем дубинку. Она нам поможет. Причем неплохо тогда. Своего убил, смотрите. Получаю, урод. Кстати, когда мы атакуем в ярости, атаки Макса усиливаются, плюс восстанавливается здоровье. Твою ж мать, придурочные уроды. Сдохни, петух. Ну что, тварь, давай, 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 я сейчас попью немножко. Ой, где ты встал, да? Прикольное место. Блин, не получилось. Ничего, я сейчас на нем немножко поиздеваюсь. Так, возьмем канистру. Чувак, может ты подойдешь туда? Давай, 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 давай. Канистра выпала. Держи подарочек, придурок. Ох, это было круто. А как тебе такое, сука, а? Ох, жажда мучит. Так, 15% к урону, 2% к лому. В общем, вы видите, что да, я прокачался. Плюс, кстати, чем больше нас бьют, чем больше мы попадаем во всякие песчаные бури. Тут есть вообще нереально сильная буря. И если мы ее переживаем именно в самой этой самой буре, а не где-нибудь в лагере, то броня нашей тачки увеличивается. Увеличивается броня Макса. Сопротивляемость. То есть, ну, реально все продумано. И вот даже сейчас то, что они меня мудохали, это пошло мне на пользу.
Так, патроны, найс. Так, тут дофига чего взрывать. Я так смотрю. И очень-очень много лута. Так. Хочу посмотреть, что у нас там. Бензак и реликвия прошлого. Что же здесь изображено? Какое-то мясо непонятное. Страшно даже читать. Нет, это нужно на первую полосу. На фоне усиления кризиса горожане вынуждены прибегнуть к крайним мерам, чтобы выжить. На рынках в центре города за большие деньги можно приобрести мясо кошек, собак и голубей. Luxuries. Да, деликатесы сейчас. А раньше это была вынужденная мера. А сейчас даже каннибализм здесь процветает, вы понимаете это? Так, цистерна, которую нам надо будет взорвать, я видел. А, вот эти вот взрывать надо нам, да? Ну окей, сейчас мы туда закинем. Так. Оба! Не смотрим на взрыв. Так, еще 4 цистерны. 4. Ну, по карте тяжеловато ориентироваться, потому что она довольно-таки отдаленно нам все дело показывает. Так. По-моему, там что-то есть. Ну, ладно, сейчас мы все посмотрим, не надо торопиться. Патроны, эмблема черепа. Так, максимальный боезапас. Даже жалко. Эмблему черепа вижу. Так, 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 что у нас тут? Там мы были. Надо будет увеличить как-то максимальный боезапас патронов, которые мы можем с собой носить. Как-то 3 это мало. Так. Давайте бахнем эмблему члема. И вот это взломаем. Что тут у нас? Ну, как всегда, лома. Итого 17 штук. За счет способности 2 лома мне добавляется. А эмблему члема надо оторвать, да. Так, ну что, давайте смотреть, что у нас там. Вот еще одна цистерна. И да, на взрывы я не смотрю. Так, что у нас здесь? Смотрите-ка. Ох, вот это был взрыв. Так. И вот эти тоже мы сейчас взорвем. Да, взрыв действительно крутой. Ну что, последнее осталось где-то, судя по всему. Где эта цистерна хренова? Наверное, надо вот это все взорвать. Нет? Ну, по значку вообще вот это. Ну, здесь почему-то не написано. Ну ладно, давайте попробуем. Чуть сам себя не убил. Благо сохранение сработало. В
следующий раз подальше будем отходить от таких взрывов. Мы заняли лагерь, 100% прохождение. Чуть реально сам себя не взорвал. К херам. Так, все. Задача выполнена. И я смотрю, у нас доступно. Да, доступна сюжетная миссия. Да, было действительно здорово. Так, у нас появился Грифа. Надо к нему сгонять. Так, ну, пугало это уничтожать я могу оффскрин. Сгонял бы я водички себе набрать. Плюс, я очень хотел бы спасти раба. Да. Ну, раба мы, наверное, попозже спасем. В общем, идем к Грифе. Потом идем, берем водички. И, собственно, отправляемся к брюхорезу. Выполнять его задачу. Да, такой еще план на сегодняшний выпуск. В принципе, неплохой. Что, возвращаемся к тачке. Есть тут где-нибудь быстрый спуск? Это тут и заблудиться можно. Вообще, в принципе, мы можем здесь перепрыгнуть, спуститься. Смотрите. И вызвать жестянчика на нашей машине. Правда, тут опасно спрыгивать. Максимка, к сожалению, не Эдсо аудитории, не может падать с высоты там 20 метров. Ох. Ну что, вызываем, он сейчас подъедет. Давай ко мне, дуй. Вот он. Да, нашли все-все прелести данной базы, мы уже собрали. Так, вообще, ну-ка я посмотрю, я могу сейчас сделать себе третий гарпун или нет? Ага, гарпун на бампер. Там вот 4 уровня гарпун. Так, 6 сотен лома требуется. Ну, давай тяпать. 3 уровня гарпун. А, Максимка, что у него тут? Длинные волосы и борода. Ну-ка. Ой, ну вообще прям на деда похож. Не, это как-то слишком. Давайте вот так вот. Так, двухствольный дробовик. Ага, надо будет прокачать. А тут у нас что? Блин, все такое дорогое. Надо собирать лом, собирать лом. Для этого надо изучать все места на локации. Также захватывать все лагеря, ибо с захвата лагерей нам дается лом потом. Там рабочие типа наши, они добывают лом, и он нам добавляется в копилочку. Сначала мне добавляли по 10 лома, по 20, сейчас уже около сотни добавляется. Я думаю, это только начало. Так. Можно как-то зацепить? Вот, видите, теперь можно. Раньше бы я не смог зацепить это. Пугало. Так, что там у него, выпало что-нибудь? Да, есть, надо забрать. Так, 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 Максим, давай. Господи. Ладно, мы тут пройдем. Всегда дохренища трупаков. Так, здесь мы не пройдем. Муж толстый. Ну что, Грифе? Так, слушайте, интересно какое-то место. Здесь раньше был корабль. Так. Куда нам здесь идти-то, а?
Сюда, похоже. One to overcome, for you fear only yourself. Let our work commence. Макс боится только самого себя. Так, живучесть, к сожалению, не могу вкачать, но мы можем вкачать, допустим, разумность и. Ну и удары, допустим. Подтверждаем. Теперь у меня дикарь уровень 6. Так сказать, мое звание и уровень. Обрастает Максимка новыми шрамами. Обрастает бородой. Новой одеждой. Я видел, как он будет выглядеть в конце игры, и это реально изменения будут видны вам по ходу выпусков. Так, далее я хотел попить. Да, я хотел попить. Набрать водички. Хотя у нас там на базе, может, что-то есть. Короче, делаем так. Здесь мы место поживы как раз и попьем. Чекаем вот эти места поживы и направляемся к брюхорезу, да. И да, кстати, оффскрином я уже валил конвой. Ну, с конвоя нам дают трофеи. Вот смотрите, видите, у меня теперь есть трофей вот такой вот на машине. И если я буду замечать конвои, теперь я буду их тоже валить. Да, все просто. Так, можем мы ее отсюда зацепить? Неплохо. Мимо проезжаем. Ну-ка. Да, могу. А, серьезно? Цепилась? Что, звук какой-то страшный. Давай. Отлично. Ну да, там останется какой-то лом, но... Не буду его собирать. Мы и так едем вместо поживы. Так, ублюдки второго уровня и первого. Давайте попадаемся. Нельзя им дать меня подать. Так, откатился. Ну что, один прощай. И второго сейчас тоже вынесем. Давай, перезарядочка, быстрее. Вынесем дверцу. Воу, смотрите, меня бодает. Ублюдок. Так, повезло ему, повезло, что неудобно так машина стоит. Но сейчас мы его выцепим. Все. Разобрался с ними. Ладно, машинку мы починим. Немного развернуло меня. Так, тут конвой. Тут конвой ездит. Ну, на конвой мне сейчас натыкаться плохая идея, потому что вы видите, сколько у меня здоровья.
А, пофиг, дай им это. Так, доехали мы? Да. Так, здесь я вижу какой-то мини-лагерь, с которым нам надо разобраться. Так, кто-то очень хочет с нами подраться. Ну пускай, ты чини тачку. Ребята, давайте, выходите. А, ты один. Зря приехал, чувак. Так, ух, нихера себе. Вы вообще долбанулись. Столько ловушек. Так, может быть, можно как-то машиной их зацепить? Садись быстрее. Давайте гарпуном попробуем выцепить это все. Ну, серьезно, ты не хочешь стрелять? Как же это там? Как же нам пройти, а? Может, есть проход? Скорее всего, есть какой-то проход. Возможно, придется стрелять. Блин, тут скалы везде. Не хотелось бы тратить патроны. В принципе, можно потратить одну канистру. Да, в принципе, можно потратить одну канистру. Точнее, даже придется это сделать. Но... В локации, кстати, канистр больше, чем патронов. Поэтому, типа, я, наверное, все-таки сэкономлю все патроны, чем все это. Убегаем. А, и они еще... Не сломались? Серьезно? Я просто первый раз сталкиваюсь с такими вот ловушками. Господи, как же тут пройти? Ладно, значит, вот так пройдем. Че, уроды? Не помогли вам ваши капканы? Ох, вот это приемчик! Добивание, заточка ему! Боже, тут Макс так эпично дерется, а это только начало. В самом-то деле. Так. Все мы забираем, естественно. И вон я вижу воду. То, что надо. Ребята, я надеюсь, у вас она тут полная была? Да, отлично. Этого хватит, чтобы и отпиться, и еще и останется. Так. Давайте уже до конца. Все до последней капли. Так, не хочу я там через капканы идти, поэтому мы немножко по-другому сделаем. Так, блин, тут что-то очково. Прыгать-то. Ах, чуть-чуть здоровья потратил. Пески, какие красивые пески. Так, он, наверное, не подъедет, надо подальше отбежать. Ну что ж, места поживы. В принципе, я отхилился, ну и... Ладно, все, погнали к брюхорезу. А то я очень сильно отвлекаюсь. Фига себе, ты проехал! Он не слышал, как мы кричали, но сигнал, видимо...
увидел сразу. Так, мне не помешает канистра. Вот, как вы поняли, канистра не помогает против против капканов. И, кстати, тут конвой, с которым мы сейчас будем разбираться. Поехали. Так, артефакт, который дает мистическую силу. Так, мы со всеми разберемся, вы не переживайте. Хо-хо-хо! Придурки! Сами себя взорвали! Так, 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 так. Еще одного. Ну, почти взорвали. Выкидываем всех. Так, водилу, водилу никакого зацепить не можем. Ну ладно, зацепим типчика. Не хватает гарпуна 4 уровня, чтобы цеплять колеса. Либо же вообще всю тачку. Так. А, вот, смотрите, как мы можем. А, мы могли его перевернуть. Ну ладно, я буду знать. Так. Ну, по-моему, самое действенное, это просто выкидывать водилу. Самая вообще нормальная тема. Так, если мы сзади зацепимся. Блин, только вот так можно, да? Ладно, давайте его, наверное, взорвем к херам. Как так-то? Промазал Максимка. Ты промазал? Серьезно? Не, надо патроны поэкономить на главного. Не получилось. Я еще учусь работать с этим гарпуном, да. Ну и в конвой попались тачки с броней. Вы видите, что у них есть броня. И помимо этого еще и здоровье. Все зеленые. Давайте будем пытаться таранить их. Так, а у этого есть вообще слабые места? За что цепляться? Не за что. Ну, вот так вот будем делать. Ты брась. Так. Ну что, прощай. Один есть. Вот почему этого я не могу пробить? Странно. Догоняй, догоняй, догоняй. Нельзя ему дать меня врезаться. Так. Это у нас что? Выдернули. Блин, 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 блин. Чини тачку. Чини тачку. Давайте немножко побегаем. Слушай, ты урод. Чини, 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 чини. Они уезжают. Решили все-таки не драться со мной. Бывает, они как бы начинают бодаться.
пытаться сбить меня. Все, поехали. Столько хватит. Не, они не уйдут, я их так просто не отпущу. И трофей я хочу получить выше жизни своей. Это что еще за уроды подъехали? Суки, защитники. Так. Отлично. Во, бочки. И есть. Покидаем транспорт. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, он сейчас его будет чинить. И надо с этими разобраться. Ах, мразь. Хрена себе. Хорош, пацаны. Бля, ебать, они охренели. Твою мать. Уворачивайся, Макса. Живи. Так, ну что, суки, вы будете вылазить из своих тачек? Да! Начинают. Решили подраться. Как же прикольно было, когда Макса подлетел в воздух. Сдохни, мразь. Да, ребятки, была тяжелая ночка, но мы справились. Так, возьмем, пожалуй, эту тачку. Мало топлива у тачки. Да, пойдет. Нам главное трофей забрать. Так, украшение на капотик. Спереди, сзади. Блин, ну это спереди, конечно, лучше, но у меня уже там спереди стоит. А, пофиг, сзади поставим. Или оно просто меняется местами. Короче, спереди у меня теперь вот такой знак. Видите? Сзади череп должен быть. Да. Ну, в принципе, без разницы. Так, все. С этими покончено, ублюдками. И маршрут теперь зеленый. Кстати, вот конвои, как по мне, немножко сложнее захватывать, нежели лагеря. Лагеря как-то попроще, даже с боссом. А я что, придурки тут делают? Одного из них сбил, второй пускай там выживает, как хочет. Смотрите, 120 лома добыли. Неплохо. Ну что, теперь брюхорез понял, насколько мы крутые. И мне кажется, будет еще развитие сюжета вместе с той бабой. Ну, почему-то такое предчувствие. Не зря же ее показали в прошлый раз. Пойдемте поговорим. Да я самый охрененный водитель в твоей жизни. So, killer. Little Count Carburetor says you need to bust through the jaw. I'm going to Gastown. Sure you are. Now me, I know a lot about Gastown and the Jaw. I trade goods in and out of there all the time. You want something?
Say it. Ain't no sweet talking to you, is there? All right. I seen that harpoon device of yours. Not bad. He's a little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. And Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talon. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. Так, надо будет добыть некий коготь. Миссия «Крепкий орешек». Так, задача покинуть крепость. Ну что, ты готов? Горбатый мой дружочек. Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon, called a talon. I'm gonna take it from him. Yes, we need something stronger. Yes, but I doubt anyone will give this talon up without a fight. I need it, I'll go get it. What happens, happens. Так, задача найти конвой Чихпыха. Конвой Чихпыха. Обалдеть. Где-то здесь он. Ну, давайте по пути мы возьмем лут. Блин, и мне бы отхилиться, на самом деле, не помешало бы. И снова конвой, блин. Открывать нельзя. Может, там что-то есть? Да, не все так просто. Что-то скрытое там. Вот это дохренища лома. Так, далее. Могучий вихрь. А, приближается. Так, а эти штуки нельзя вырвать, да? Ну ладно. Интересно, если мы проедем под вихрем, что будет? Ушел. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, как всегда, да, лом, но, возможно, там будет и жрачка, черви или собачья еда. А, вот, тут у нас, смотрите... О-о-о-о! Нифига себе. Крутанул. Так. Снайпер был. А, ты хочешь подраться, да? Давай, попробуй. Вон, снайпер. Так, 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 так. Не дать ему по мне попасть. Все, можем выходить. Здорово! Ты камнями кидаешься, да? Придурки. Так, как-то они сюда поднимались наверх. Как вы поднимались, а? Придурки. Так, наверное, там может нам поможет этот гарпунчик. Ну и там проход есть, кстати. Слушайте, реально, как они тут поднимались-то, а? Не могу допетрить. Кстати, что в пещере? Пещера сквозная? Не, что-то есть. Хотя тут ничего не показано. На карте. Обычно, если на карте что-то видно, то значит тут что-то будет.
Странный проход, страшный. А рядом лагерь. Место поживое. Блин, лагерь сгонять. Чувствую, до Чихпыха мы сегодня не доберемся. Чихпых. Как же, сука, туда наверх забраться-то, а? Сейчас надо получше осмотреться. Ну, видно лестницу, да, но, блин, как же до нее допрыгнуть-то? Сейд! Пссст! Ты чувствуешь эту эрию сенсацию? Как чил об твою спину. Ладок по коже. Лестница не зацепляется, тут ничего нет. Так, труп. Может быть, с этой стороны? А, все, все, вижу. Я понял. Я понял, как эти суки туда попадали. По вот этой веревке. Тут у нас такой вот подъемчик. Блин, реально надо пожрать, ребят. Надо мне покушать. Патроны. Во. То, что надо. Так, ну и тут лестница. Можем спуститься. Голый мужик. Что они с ним делали? Все, все забрал. Вот так вот, спрыгиваем. Ну что? Дорогие друзья, у нас тут интересное местечко. Лагерь с насосом. И так, сложность 3. Возможно, там есть босс. Да. Задача уничтожить нефтяной насос. Угу. Тут вот, походу, можно как-то пройти. Да, через эту самую пещеру. Давайте сделаем это. Just do it. А, ну правда, мы видели проход такой, какой-то скрытый туда. И вот интересно, реально ли там можно пройти? Здесь мы никак не проедем, только пешочком. Keep an eye out. No surprises. Certainly, yes. You know, I would never leave her side. Проще на машине, конечно же, там защита будет. Мы можем вот эти вот вышки все снести, снайперов. Ну, я хочу посмотреть, что за проход такой. И вы слышите там крики. Твою мать, что за звуки? Лагерь с нефтяными насосами. Ага, мы вот так вот тихо пробрались. Что это такое? Генератор обычный. Ну что, если я сейчас взорву, тут, походу, тревога будет. Так, все, лагерь поднят по тревоге. Сам лагерь-то где? С той стороны? А, ну тут вот проход, да. Ну, пускай, пускай воюют. Да, наоборот, в эту сторону надо.
Вот они, типчики, сидят. Горлан! Ну что, горланище? Давай, горлань. Как так? Вы не сможете драться без горлана. Это жесть. Дай мне его добить. Просто добить его. Все, я подхилился с помощью этого. Ах ты, мразь, пропустил удар. Так, еще выбежали. А как тебе дубинкой по харе? Нормально? Сломалась. Все, всех вынес. Давайте смотреть, что у нас тут есть интересненького. Есть такой вот проход, откуда эти типы набежали. Слушайте, лагеря реально классные, каждый уникальный. Мне нравится. Так. Копье какое-то. Тут очень темно. Я играю днем и... Ну, плохо видно, да. Вода, вода. Плюс 30% от способности отжим. Плюс 32%. Так. Подобрать оружие. Тут мухи летают. Так, патроны. Кажется, меня слышали. Опа, тут щитовики. Целых два щитовика. Воу-воу-воу-воу-воу, бляха-муха, суки, зажали, выйти-то дайте, алло. Ну, давай, давай, давай. Блядь, как же реально тяжело от них уворачиваться. Этих безумных уродов. Пока с этим я разберусь, пока не дают возможность мне это сделать. Воу-воу-воу. Вот это вот, когда они крутятся, реально опасно. Вот, подловил его. Нет-нет-нет. Не крутись. Блять, опять крутится. Опять крутится, да, да хорош. Суки. Стрелять в них бесполезно, я думаю. Бля, нихера себе. Что-то они вообще резкие. Типчики. Давай, 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 пьем, пьем, пьем. Мудохай, мудохай, мол. Бля, вот как не вовремя ты начал крутиться. Давай, сука! Лопаты тебе, похари! На! На, сука! Это мощные удары, да? А! А! Мразь! Пить.
Не зря там так было много воды, я понял почему. Ах ты голожопик. На, мразь! Все. О, награда. Патроны. Сколько у меня лома, я бы себе дробовик прокачал. Максимка. Так. С добавлением второго ствола дробовик уже не нужно перезаряжать после каждого выстрела. Урон от отдельных выстрелов увеличится на 10%. Так. Воин дороги, святой странник, спутник смерти. Фига себе, какие у нас тут звания есть. Угу. Качаем. О, мой любимый деликатес, который я просто обожаю, собачий корм. Так. С колончих пыха все понятно, но нам нужно идти сюда. Хрен я клал на этого чихпыха. Еще вода. Все забираем, все. Реликвия. Девочка, которая плюется водой. Объявление. Жары, приступы, бессветные рвоты могут быть симптомами того, что младенец инфицирован. Немедленно доставьте ребенка и всех, кто с ним контактировал, в карантинную зону. Офигеть. Ну, всякие заразы после такой войны, где все облучено радиацией, естественны. И от этого никуда не сбежать. Так, что там внизу взрывать-то надо, а? Вот это вот все дерьмо. Ну что, можем тут спуститься? О, на канистре! Так. Вот он, этот насос. Господи, сейчас как он ёбнет. Бежим! Черная бухта. Задача выполнена. Ну да, я еще не все собрал. О, новые улучшения в гараже доступны. Блин, а пройти-то я теперь здесь могу вообще? Тут еще до хрена лута. Кстати, нам нужна канистра. Не помню, оставляла я канистру или нет. Так. Врагов, кстати, не очень здесь много было. Но вот эти два типа ставили мне проблем, да. Ай, канистра упала. Блин, сейчас сам туда еще упаду, в эти баги. Ломище. Не надо отсюда выбираться нафиг. Ну что, все? Задачка выполнена.
Здесь мои теперь друзья трудятся, смотрите. Видите? Кстати, зачем Макс, блин, взрывал насос, если как бы топливо очень важно? Да, это очень ценный ресурс. Немного непонятно. Тоже же все взорвано. Спокойненько уходим. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Ну, основного сюжета здесь мало было на самом деле, но чистого геймплея было дохренище. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и самое главное, это любите и играйте в игры. Увидимся совсем скоро. С вами был Рязан. Это была игра по названием Безумный Макс. Блять, ты... Ты как ездишь, алло? Ну и увидимся совсем-совсем скоро, дорогие друзьяшки. Можно уничтожить эту фигню? Ну не буду. Зачем? Всем пока, ребята.